Всем привет. Так, конечно, давно не было видео, но это связано с неопределенностью с Ютубом. Так, ладно, вот машина. Вчера она не выезжала. ТВ-2 было. Сейчас еще надо будет проверить баллоны. Правда, стоит не особо удобно. Что-то какой-то он перекособоченный. Сейчас. Аккумулятор не вырубали. Ладно, как высоко, а? Ну, думаю, хорошо видно. Ладно, я сейчас накачаем воздух. Посмотрим. Сколько там воздуха? Около 5. Ну, кстати, еще может быть связано с тем, что он стоит не очень хорошо. Так, здесь все более-менее нормально. Так, вон щечки уже успели поржаветь. Хотя всего день не работала машина. Проверим остальные колеса. Ну, это не трогали явно. А вот здесь снимали. На камеру, может, сейчас не видно, но явно снимали. И это тоже. А здесь на каждом колесе по 10 гаек. Ё-моё. Это не снимали. Здесь место не самое удобное для затяжки. Хорошо бы вон туда проехать, пока на автономке. А да. Что у нас в салоне-то? Ну, разве что пол, конечно, грязноват. Чё-то не едут. Ладно, пока правые колеса потянул. Понимаю, что ничего не видно, но что есть, то есть. Вот. Не успел я подтянуть уже. Пора и выдвигаться, но что-то опять затык. Да ё-моё. Короче, пойду. Всё-таки. Сейчас тут надо завернуть. И как раз левая сторона сейчас освободилась. На правом, ну, 4 гайки из 10 все-таки тянулись. Так что надо проверять каждую.
как даже немножко умаялся. Пока здесь вот пусть полежит, еще пригодится. О, конечно, тоже не мытый, но это ладно. Исправимо. А так вон, кузов уже выровнялся. Так что нормально. Так, все, отъезжаем. Время уже 6. Светофорные габариты не включал. Так как уже и не нужно. Сейчас. С этими поехали. Так, наверное, камеру все-таки немного пониже надо пустить. Сейчас. Не стоит забывать проверить баллоны, ну в смысле затяжку колес, имею в виду. Думаю, так немножко получше будет.
что касается Ютуба, ну, не все ясно. Там были, конечно, уже, ну, скорее слухи о возможной блокировке, но пока нет, пока живем. Но ссылку на канал Яндекс.Дзен я, конечно же, оставлю. И более того, видео в первую очередь будут выходить там, имейте в виду. Просто как факт. Ну, в смысле, сначала там, а потом есть на Ютубе. Вчера поменяли тормозные поколовки. И вот что-то тут у меня индикаторы на экране БРСУ не говорили о необходимости их замены. Хотя вот сказали, что точно надо было менять уже и на сервисе. Скорее всего, все-таки датчик там не работает, боюсь. Скорее всего. Колеса можно было бы затянуть и получше, а то некоторые гайки затянуты хорошо, а некоторые вообще от руки просто. Что за дела такие? Так что теперь придется за ними особенно пристально следить.
что достаточно мощности доступно в сети. Даже немножко разгоняется в горку. Волге, по-моему, даже немножко уже проталины видно. Ну, конечно, не на камеру. Но вроде бы что-то есть уже похожее. Вот, кстати, блин, сколько песка на дороге. Диспетчер попросила сейчас немножко пораньше ехать, что меня на самом деле даже радует, а то переднего троллейбуса нет. Кстати, не бойтесь, там никого нет, ни в смысле ни выходящих, ни заходящих. Говорил, да, на дороге, вон его, сколько. Сейчас посыпали свежие, это явно. Но не помогает. Одна тебе еще источник этого скрипа. Казалось бы,
что такого, но нет, нифига это не просто. Кино. Сейчас давайте посмотрим, как отработает по шву. Когда было теплее, бывало, что даже он ночью, плюсовая температура, работало все отлично. Сейчас сегодня чуть прохладнее. Отлично, работает. Давайте даже посмотрим. Обед. Ладно, пойдем. Сегодня не особо длинный, но сейчас после обеда поеду на Солнечный и все уже. Пересменка. Так, ладно, пообедали. Хотел еще взять вон тут омывайку, но здесь она 300 рублей стоит за 4 литра. Еще и воняет, короче, нафиг ее. Еще есть вариант взять там уже, возле депо, на заправке. Но это далеко. Обед сегодня короткий, не успею. Ладно. Стоит. Так, угольки я уже заменил.
Сейчас потом поставлю, ну скоро уже. И в общем-то уже на пересменку. Так, свет погнали. Не заснялось нормально из-за камеры. Так, чё
психануться получше. Так и. Ладно, в общем, проверил, немного потянулось, пока еще не сели. Ладно, еще надо пол еще вымыть в кабине. Всем спасибо за просмотр и до встречи.